Всем привет, друзья и ребята, с вами Влад Шима, и сегодня я записываю Shadow Fight 3. Я приболел, и все равно нужно записать что-то, даже если я приболел, но так вот получилось, что простыл Владосик. Хорошо, что я записал серию со Жнецом раньше, чем это, поэтому я там не буду шмурыжить или что-то еще. А сегодня у нас серия спонтанная такая, даже в больном виде Владосик идет и пилит, потому что, ну блин, кто, если не мы, правильно? Кто, если не я и мои сапчики? Ну кто? Кто еще? Ребята, любимые мои, мы сегодня идем с вами с простыми оружиями на парочку дуэлей. Почему с простыми оружиями? Потому что многие стали их забывать, актуальность их пропадает. Я такой думаю, блин, а чем я хуже? Почему я не могу сходить и поиграть с простыми оружками в дуэльках? Сейчас мы это попробуем сделать. Я думаю, сильный дамаг от этого наноситься не будет. Надо хлебнуть чайку. Вот. И сова против нас. Сова против нас будет сражаться. Сейчас слышны с карты небольшие звуки, потому что музыка в Shadow Fight сейчас у меня отключена. Слышны звуки с карты. Такие, знаешь, фоновые немножко. Окей, против нас чувачок с саблями сейчас будет сражаться. Мы попробуем тащить чисто копьем. Да, и это очень хорошо получается. Несмотря на то, что дамаг в основном только от одежды нормально сейчас пройдет. Ну, копьецо как бы работает нормально. Ой-ой-ой, тихо. Копьецо еще у нас с непрерывной атакой, потому что это легион. Ты просто посмотри. Копье сейчас очень имбовое и достаточно клевое. А вот этот разбег, который сейчас я замутил с копьем, он выгоден тем, что непрерывность позволяет не останавливать этот удар, и это просто клево. Ой-ой-ой, прописал как, а? Тихо-тихо, смотри. Сейчас, подожди, смотри. Хоба. Ну вот если бы он не увернулся, было бы круто. Смотри-смотри. Прикинь просто, вот этот удар, он жесткий. Я прям захотел себе легендарное копье, которое недавно было за донат, и я пожалел. Надо было задонатить на него, вот серьезно. Это был бы первый случай, когда бы я задонатил. Не на рубины, которыми там ты можешь качаться и все такое, а именно вот на оружку. Ясное дело, что она потом будет в главе в следующей, но конкретно для обзора было бы вообще неплохо. Ну да ладно, подождем его, поэтому я думаю, не сильно мы вляпались в каку. И то же самое можно сказать про Саи легендарные. Ничего нового в теневой там мы не увидели. Далее мы оденем с тобой камы. И на камы я бы хотел одеть превосходство, потому что этот прием очень прикольный, и с ним достаточно неплохо тащить. Попью еще, а то сохнет, сушит, в общем, капец. Простуда, только началась осень, и Владос уже заболел. Жесть, как вот это вот получается, не понимаю. Почему всякая зараза ко мне липнет, я просто не врубаюсь. Окей. Так, Томми, поехали, Том и Джерри. Кто из нас Том, кто Джерри? Ну, я так понял, он Том. Я Джерри, получается? Не, я не буду Джерри, чувак, спасибо. Разве что Джерри из мультсериала Totally Spice. Как бы это зашкварно не звучало. Я смотрел в детстве Totally Spice, вы не поверите. Девчонки-супершпионки. Вы офигеете, короче. Видите, сколько инфы новой вы обо мне узнаете? Это прям в нос, прям, знаешь, сошло. Ты чё, чувак, не надо, отэтывайся. Офигеть. Так, тихо. Умирать пока рано, братан. Еще рано. Давай. Нет, не захотел давать. Вот я тебе, пожалуй, дам. Ну, в смысле, ударю. Не подумайте там ничего. А то подумаете там еще. Скоднички. Не надо думать плохо. Плохо о Владосе думать не надо. Владосик хороший мальчик вообще. Вот. Но разве это не чудо? Я хочу себе, кстати, прием, который есть у... До свидания. Ты куда их спрятал? А, вот они. Это такая особенность. Сделать их невидимыми и потом одеть, и они появляются. Хочу сейчас... Все. Подучили. Короче, хочу спецприем у этих, у кам, спецприем. Хочу камы себе новые, которые появятся, надеюсь, скоро в игре. Камы, которые делают теневушечку, как у амфибии, кто помнит. Эта теневушечка заключается в том, что тебя переворачивают
и полностью, скажем так, обесчестивают. Не знаю, в общем-то, очень жесткие камочки на самом деле. Так, нунчаки. Ух ты, да, с нунчаками я тоже давно не двигался. Почему бы, собственно, не сходить? Давай, сходим. Простые оружия тоже не надо забывать. Если ты любитель играть, то, в принципе, одев более-менее прокачанную одежку и старые оружки, ты можешь все равно тащить даже с простым оружием. Это замечательно. Это, наверное, такая, знаете, возможность, которую сделали нам неки, играть со старым оружием и не забывать его. Потому что у всех предпочтения свои. И вот моим нунчаком пришел, скажем так, до свидания пришло моим нунчаком. И все. Вот это что? Ну ты серьезно? Еще и с часовой, что ли? Ты так думаешь, что у тебя все получится? Не. Но за то, что с нунчаками не дал поиграть, у меня сейчас будет кашель. Да. Капец. Ребята, не болейте их, одевайтесь теплее. Это вообще, сейчас погода такая, знаете, непредсказуемая. Как весной, когда говорят, не май месяц еще. А я вам скажу, иногда уже начали шутить про июнь, потому что даже в мае иногда бывает очень холодно. И если ты думаешь, что май самый теплый месяц, нифига. У нас был май такой, знаете, что уже вот конец мая, там все дела. И пошел, понимаете, пошел снег, понимаете? Поэтому не надо никогда думать, что май очень теплый. Даже май может подарить тебе женщину по имени пневмония, поэтому не надо вообще шутить. Или очень-очень милого дяденьку под названием бронхит. Да, очень жесткий. А если обструктивный, то вообще супер. Прям хочется жизнь новыми красками загорится, когда вы его получите. Но я вам его не желаю, поэтому не надо его получать. Ради всего хорошего и святого, пожалуйста. Мои подписчики, в конце концов. Изящная нагибанга. Нагибанга. Поехали нагибанить. Боже мой, почему я ее одел? Ну давай, поехали. Просто захотелось. Я ищу оружие, которое не имеют теневых. Вообще просто Кузя из универа, представляешь, сам вернулся. В последний сезон универа он не вернулся, зато в Shadow Fight есть. Замечательно. Что может быть лучше, как говорится, да? Окей. Глифа против ноги. Да, той самой. Окей, получи. Молодец. Нет, все-таки это клевая вещь. Хочешь поиграть с определенным оружием, которое тебе по пятке, зачем, а? Ну, дурак, а? Хочешь поиграть с оружием, которое было давно? Ну да, бей уже. Одевай самые клевые вещи, играй. Оружие просто топовое. Ну да, убей. Ой, хорошо. Это было красиво. Вот это было хорошо. А то придумает там всякую дичь, которая некрасивая. И все. Мне нравится. Мне нравится, что так сделали. Теперь можно со всеми оружиями, даже не сильно вкачанное, играть. И будет круто. Зачем? Зачем? Сейчас будет очень больно, смотри. Больно, да? Больно? А вот так больно? Подожди, дай я сделаю тебе больно, чувак. Давай. Ну, вообще, кочегар, а? Не хочет больно делать ему. Ну, тогда... Да ты что? Ты серьезно? Ну, тогда ногой тебе. Не хочет получать от ноги на, ты получил тройным ударом в ножку, куда-то в голеностоп, потом в коленную чашечку. А третий удар, собственно, туда, откуда... писаешь. В яйцо. В яйце ты держишь другой материал. Ладно, давайте не будем извращаться сильно. Ну и последнее оружие, которое мы с тобой сегодня, наверное, оденем да поиграем, это... Простое. Какое можно простое одеть? Простое, я не знаю. Какое можно одеть простое оружие? Рифленые молоты? Давай даже снимем... Давай вообще снимем с него все. Давай извлекем и оденем. А то что? Че мы как эти? Да? Круто, смотри. Ну, поехали. Сейчас будет вообще супчик просто. Супчик, в смысле супер. А, Сэм, 10. Приблизительно его зовут Сэм. Он еще не уверен, в общем-то. Поэтому вот это вот знак, как он, тильда или как он называется? Приблизительно. Ну, хорошо. А может, тильда это другое? Не помню, короче. Ребята, это непрерывность легиона. Запомни. Вот это просто имба. То, что сделают для династов, мы еще посмотрим. Но вот это жестко.
В смысле, я ж под тебя подэтывался, я ж должен увернуться был. Хватит, братан. Да ты чё, дурак? Кто тебя научил так уворачиваться, а? Капец, как будто мукой кинули в лицо. Что это было, чувак? Ты знаешь, я нет. Я выигрывал, как бы, да? Почему он меня вынес? Почему этот удаливший игру человек меня вынес? Он явно ее удалил, потому что она ему не нравится. Хотя нет, если у него этот сет, он удалил недавно. Сейчас бы он ходил в Сакуре. Видимо, после этого ивента он ее удалил. Ну да ладно. В общем-то, неплохо. Неплохо играются сейчас оружия простые, которые не имеют теневушек. Мне это очень нравится. Мне это очень нравится. Но если ты оденешь костюм убогий, то ты не сможешь так нормально бить. Ну, чувак, завязывай. Завязывай. Ну и чё? Ну и зачем? Ну, а вот так надо? Слушай, ну он вообще... Ну ты угораешь, чувачок. Ну хватит. Ну, пожалуйста, ну... Ну чё ты такой, а? Ой-ой-ой. А вот так тебе нужно? Хорошо тебе, да? По мордочке, да? А в яйцо? Хоп, не попал, да? А вот так? Тоже не попал. А вот так надо? Чё, ещё живой, что ли? А вот так? На, ну тогда на, просто по морде нафиг. Почему я бью ему туда, а не по морде? Почему я бил под катом и сказал, что я бью по морде? Это клиника, ребята, это клиника. В принципе, достаточно приятно сейчас у меня идет легенда, как бы самый сильный доспех одет и хорошо. Вообще нормально. Просто топ. Ладно, друзья, с вами был Влад Шима, всем спасибо, всем пока. Не забывайте старое оружие, играйте с ними тоже, потому что не все в этой игре меряется легендарной и уникальной картой. Про старое оружие тоже не нужно забывать, потому что если взглянуть даже хотя бы на... вот эти сай, да, к примеру, на катану. Где эта катана? Вот на эту. То это тоже очень клевая карта. Вот просто посмотри, как она выглядит. Очень даже ничего, оружка. Ну, конечно, все выбирают всякий там дизайн, все вот это. Но это, как говорится, каждому свое. С вами был Влад Шима, всем спасибо, всем пока. Я кашлять дальше. И заходите в группу ВКонтакте, там очень часто есть новости, которые на Ютубе не появляются. И, собственно, очень много различных анонсов я иногда делаю, поэтому заходите. Там интересно и всем пока. Капец, я вообще жестко прям простудился. Не умереть бы, как говорится, да? Ладно, все равно половина сапчиков это пожелают, хейтеров я имею в виду. Поэтому спасибо, все, всем пока. I'm